Всем привет! Сегодня у нас обзор на четверых спасателей из мультика «Поли Робокар». Это оригинальные мини-трансформеры от компании Silverlit. Все трансформеры составляют от 6 до 7,5 см в длину. Давайте посмотрим, как они трансформируются. И начнем с главного героя, полицейского Полли. В отличие от его большой версии с подсветкой, мини-поли хорошо и устойчиво стоит. А также хорошо фиксируется в виде машинки. Ничего не распадается и не болтается. В описании есть ссылка на трансформер Поли с подсветкой для сравнения. Теперь давайте рассмотрим скорую помощь Эмбер. В отличие от большой версии с подсветкой, у маленькой Эмбер бокс крепится с помощью шарнира. И это как и плюс, потому что его можно снять, так и минус, потому что это часто происходит непроизвольно. Вы также можете посмотреть обзор на большую Эмбер с подсветкой, ссылка на нее есть в описании. Далее рассмотрим пожарного Роя. Он практически идентичен со своей большой версией с подсветкой, за исключением того, что у мини-Роя нельзя отсоединить бронспойт. И он не выдвигается. А также за такую цену лично меня расстраивает, как здесь крепятся его ручки. Похоже, что долго они не продержатся. Сейчас я вам постараюсь показать. Хотя этот трансформер совсем новый. А
Обзор на трансформер Roy с подсветкой вы также можете увидеть по ссылке в описании. И у нас остался еще вертолет Хелли, который очень просто трансформируется. Выдвигаются ножки, открываются крылышки и достаются ручки. И еще вот так вот выдвигается хвост. Но у большой версии при нажатии на хвост еще крутится пропеллер и включается подсветка. Также можете увидеть это в моем отдельном обзоре. Здесь можно покрутить пропеллер, но только вот таким вот образом. У маленьких Роя, Эмбер и Полли есть еще вот такие вот наклейки, в отличие от больших трансформеров. И это скорее минус, потому что со временем они будут выглядеть вот так. В остальном все мини-трансформеры сделаны достаточно неплохо. Ручки и ножки у всех трансформеров крепятся на шарниры, поэтому их можно прикрепить обратно, если они отсоединились. Но со временем они расшатываются, и будьте готовы к тому, что ваш маленький любитель робокара будет разбрасывать детали своих трансформеров повсюду. Ну а у меня на сегодня все. Всем пока!